suffer straight into your arms like a drunk who's been on edge all morning and the sun's up and my head's fucked and immediately I grab you you go all red like the first time I love it when you do that gotta love it when you do that Верх одержала команда Порт-Петровск со счетом 2-1. Своим впечатлением о матче делится Ислам Мусаев, главный тренер Порт-Петровска. Ислам, сегодня вашу команду просто не узнать. У команды появилась агрессия, взаимопонимание, исполнение, реализация 100% моментов. Начали вы вели работу.
и доволен ли игрой своей команды? Скажу с того, что тренировка начинается с того, что эмоционально и морально надо заводить игроков. Целую неделю я готовил их, мы начали с двух поражений, поэтому сегодня нам надо было побеждать. Гурц – это та команда, которая дает играть, поэтому мы воспользуемся этим. О том, говорит о том, что у нас 100% реализация пока что рано, моментов было больше. Забить получилось только дважды. И мы дальше будем наращивать и будем подниматься в рейтинге. Ну смотрите, вас часто критикуют за отсутствие игровой формы. Вот здесь все участники лиги интересуются, ждут, когда же у вас появится новая форма. Я думаю, что за это критиковать нас нельзя. Не у всех есть финансовая поддержка. И мы находимся среди тех, у кого ее нет. Нас немножко подвели наши спонсоры, и приходится играть в таких обстоятельствах, какие сложились. И, возможно, к следующему туру у нас финансовое положение поправится, но мы изменим. Сулейману Керимову за финансовую помощь не обращались? Пытаемся выйти на его фонд. Также хочу обратиться ко всем зрителям Лиги ДД. Нам нужна форма. Будем рады всем тем, кто точно поможет. Друзья, объявляем благотворительную акцию, сбор денег на футбольную экипировку для команды Порт-Петровск. Ислам, вас с победой, успехов. Спасибо. Магомаев Ахмед будет делиться своим впечатлением о матче. Ахмед, что вы думаете о сегодняшнем матче? Какие ваши комментарии? Комментарии, честно говоря, не самые радостные, потому что не сумели одержать победу. Хотя делали это все возможно, но, видимо, не создали достаточное количество моментов. И надо с каждой игры добавлять. Надо, у нас новичков тоже много, команда не такая сыгранная. Мы постараемся делать все, чтобы в следующем туре одержать победу. Так что мы не расстраиваемся, будем работать над ошибками. Сегодняшнюю игру сегодня вам стыдно? Есть, да, немного стыдно. Стыдно. Ну, как сказать, есть над чем работать. Знаем, где у нас бреши в обороне. Будем над этим работать. Ну, не так, чтобы стыдно. Ну, да, обидно. Обидно. В сегодняшнем поражении виноваты все или же определенные игроки? Нет, такого никогда не бывает. Это очень редкий случай, когда там кто-то из игроков может сильную грубую ошибку сделать. Виновата вся команда, как всегда. И выходить из этого положения будем всей командой. Ахмед, спасибо. Вам успехов. Хорошо, спасибо.